Каждый год в мире умирают 7 тысяч человек от наводнения. Каждый год в мире умирают 63 тысячи человек от землетрясения. Каждый год в мире умирают 339 тысяч человек от пожара. Каждый год в мире умирает 6 миллионов человек от курения. Наводнение, землетрясение, пожар – это природное явление, а курение – это явление от человеческих факторов.